Вопрос такой: какова позиция МИДа России относительно заявлений спикера парламента Армении Алена Симоняна о том, что армянским властям следует подумать о нахождении российских пограничников на границе с Ираном и Турцией? Ну, вы знаете, я видела эти новости, видела эти реплики. Возможно, просто Ален Робертович не очень внимательно следил за пресс-конференцией Никола Ваваича. Хотелось бы напомнить, что документом, который регламентирует деятельность наших пограничников республики, является двусторонний договор о статусе пограничных войск Российской Федерации, который находится на территории Республики Армения, и условиях их функционирования от 30 сентября 1992 года. Причем он имеет бессрочный характер, и уже более 30 лет российские пограничники охраняют рубежи Республики Армения вместе с армянскими братьями по оружию и неоднократно делом подтверждали востребованность своего присутствия в Армении, в частности, в том числе не допуская незаконное пересечение армянской границы и останавливая попытки трафика наркотических веществ. По линии пограничных служб налаженного действительно масштабное и продуктивное взаимодействие, которое, видимо, нервирует некоторых политиков в Ереване. На наш взгляд, если размышлять о целесообразности пребывания российских пограничников на рубежах республики, то следует учитывать, как, ну, в общем-то, обнажение, оголение границы повлияет на безопасность страны в условиях отсутствия полной нормализации ситуации в регионе. Это во-первых. А во-вторых, мне кажется, что когда люди, не являющиеся экспертами по профессии в данной теме, вот так свободно рассуждают на тему, может быть, имело бы смысл дать слово тем, кто ставит на кон свою жизнь, кто по-настоящему охраняет границу Армении, не сидя в мягких креслах, а там с оружием в руках. Ну, по сути, что уж говорить, на многолетней передовой. Может, их спросим? Может быть, они скажут свое слово? Вот это, на мой взгляд, наиболее ценное. Спасибо большое.